От создателей суперхита «Идеальные незнакомцы». 47 браков объявлены недействительными из-за священника-шарлатана. Ваш дом приходит письмо, и вы узнаете, что ваша жена вам больше не жена. Поэтому церковь запланировала коллективное мероприятие, чтобы снова заключить все браки. Что делать? Послушай, я больше не твой муж. Если твои секреты... Ты действительно хочешь, чтобы мы жили втроем? Узнают все. Ну как? Милый, нам никогда не было бы так хорошо, если бы мы поженились. Когда мы вчетвером все вместе, это фееричный союз. Это был лучший секс в моей жизни. Я вообще ненавижу браки. А я уже беременна. Не идеальные парочки.